Вопросы мандатов и депутатской этики обсудили на заседании комиссии Народного собрания. В нем приняли участие вице-спикер Сейфуллах Исаков, дагестанские парламентарии, представители аппарата Народного собрания. Председатель комиссии Людмила Авшалумова отметила, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства о муниципальной службе в республике. Так установлено, что с середины 2013 года депутат Народного собрания Магомед Шабанов назначен главой Кизилюртовского района. Это противоречит статье 1 закона о статусе депутата Народного собрания Республики Дагестан. Парламентарий в течение срока своих полномочий не имеет права замещать муниципальные должности. Если это происходит, то они прекращаются досрочно. Аналогичное решение было принято и в отношении Магомеда Сулейманова, исполняющего обязанности главы города Махачкалы. В связи с этим на очередной 52-й сессии рассмотрят проект постановления о прекращении полномочий депутатов Шабанова и Сулейманова.